Друзья, всем привет! Ночью было минус 12, сейчас минус 10. Слава, спасибо, что со снегом и без ветра. Вот ничего не укрыто, все вот зимует так, как есть. Здесь Магония, Винтерсан. Единственное, вот так вот прикрыла фацию. Ну, думаю, вдруг здесь снега будет поменьше, чтобы задержать чисто снег. Вот так вот выглядит магнолия. Это магнолия галисоненсис нано здесь у нас растет. В общем, все мои магнолии практически так посажены, что они зимой в тенечке. Это очень хорошо для вечнозеленых растений, они меньше горят. Ну, еще вот так и снегом их накрыло. Снег тоже листья закрывает. Ну что, будем смотреть, что дальше. Вот так вот, смотрите, сейчас выглядит аукуба. А вот за ней, если видите, фация не укрытая вообще ничем никак. Будем ее тестировать. Вы знаете, чем дольше вот это все укрываешь, тем меньше это все нравится. Вот она, фация Spiderweb. Ну, вот так вот закрыла дафнофилум, просто с глаз долой называется. Потом размотаю, такое укрытие. Не греет растение вообще никаким образом. Просто оно не даст его снегом там сломать или закурочить. В общем, может, чуть-чуть ветер там закроет и все. Вот так закрыта магония. Это Soft Caress. И вот здесь вулкана. Видите, еще снегом так накидала. Просто большими горшками. И сверху так немножко, потому что дырки прикрыла. Здесь морозник, всегда его закрываю, потому что выгнивает потом от снега, как-то выпривают цветы. И не нравится, мне жалко. Кстати, кому интересно, вот смотрите, сейчас у нас уже потеплело, минус 5. Вот холодная веранда, как получается, смотрите, ночью было минус 12. Утром я проснулась, в ней был плюс 1. Печь мы протопили с вечера, но печь остывает и моментально падает температура. То есть она вот именно держит. Холодная веранда, она не промерзает. У меня на ней трахикарпус стоит, клены японские. А вот здесь вот сейчас посмотрим, я слышу, как работает наша камелии тут у нас. Вот они. Здесь вот такая вот малюсенькая пушечка. Она греет. На 28 градусов стоит. И вот здесь вот у нас зона с камелиями. Я их берегу, как зеницу ока. Там очень тепло. Друзья, прям классно. Ой, хорошо, как тут вот пленочку подставим. Вот камелии, наверное, единственное растение, на которое готово на такие жертвы. В общем, смотрите, Little Gem. Вон бутон торчит из Little Gem. Конечно, бутоны все обмерзнут. Здесь все такое сейчас примерзшее. Вот они, криптомерии. Ну, криптомериям вообще прекрасно, ничего с ними не происходит. Держат они нандина, падуб. В общем, все заснеженное. Магнолии. Магнолии так красиво смотрятся зимой. Прямо украшение сада. Так, видите, все во льду. Лед ледный, вот не укрытый у меня абсолютно никаким образом. Нандины, магнолия пурпан. Вот такая вот красота. Фатиния тоже не укрытая. Сейчас снеговика буду отдирать. Розетку муж занял. Тройник не разрешил ставить. Снеговик тут полег. Араукария в снегу, все такое заснеженное. Конечно, все больше нравятся те растения, которые красивые, экзотичные и не требуют никакого ухода. Смотрите, как красиво аризонец смотрится, весь в инии. Висель сагуара тоже я никак не укрывала, вот он стоит. Единственное, что здесь вот поставила тоже немножечко от ветра для элеагнуса, корневую закрыть. Боялась, если ветер будет. И здесь у нас эвкалипт внутри. Азура. Гуни азура. Посмотрим, как он выдержит
Вот чисто тоже ветер прикрывало и все ему. Вот так вот накрыла Изабеллу. Ветер тоже прикрыть. Снежком ее притрусила. Это как мульча хорошая. Пиния. Здесь, конечно, холоднее. Ветра больше все равно. Это магнолия Голиаф. Лавровишня. Здесь слышу, что пушка работает. Сейчас покажу вам. Давай, давай, открывайся. Ты мёрзла, что ли? О, что-то тут муж накрывал. Вот здесь брахиармата. Здесь у меня укрывная зона. Здесь растут калистемоны. Выкопала я олеандр. Позавчера, в общем, с перепугу. Поняла, что не успеем мы его никак укрыть. Жалко было потерять его. И, в общем, он здесь у нас, вот в этой укрывной зоне. Здесь тоже датчик, пушка. Здесь диапазон стоит плюс 4, по-моему, плюс 6. Я уже не очень помню, что тут. И как тут мы настраивали. Так, плотно не закрывается. Сейчас надо... Что-то нарушено в системе. Вот альта стоит полностью неукрытая, ничего никак. Вот она. Вот смотрите, какой кедр красивый. Блин, весь белый. Конечно, красиво. Очень, ну так, хватит 2 дня. Посмотрите все. И на берег сейчас посмотрим, что тут на берегу. Ой, розы во льду. Все лед, голый лед. Это бамбук, видите, как полег тоже. Не, но ветра все равно, относительно ветра нет. В принципе, вот здесь в берегу я накрыла нандину, посадила осенью, прикрыла, думаю, вдруг ветер будет. Ой. Холодно-то как. О, вы знаете, друзья, река даже чуть-чуть прихватилась. Все такое белое. Немножко, вот смотрите, уточки. Уточки, уточки. Пока лед не замерз, там в середине. Ну, лед так, тонкий, конечно. Но чуть-чуть взялся ледок. Холодинище. Влажность видна высокая. Берется иней. Вот здесь вообще никак не укрыла бамбук. Хотела укрыть, честно. Хотела его укрыть. Да не укрыла. Ну, посмотрим, что тут будет. Это аурея. Конечно, бамбук хочется иметь, но смысл, который я буду каждый год мотать, вот это вот укрывать, это тоже не дело. Будем наблюдать. Выживет, значит, хорошо. Значит, будет он тут жить. Не выживет, значит, посажу. У меня бесети есть еще в горшочке. Вот такое все беленькое, белесенькое. Спрашивается уже тогда, а что не на Новый год, да? На Новый год у нас плюс 12. И как Новый год отгуляем, обязательно вот эта зимняя сказка наступает. Сразу в эту сказку попадаем. И в шоке от нее. Вон Навита бедная стоит, лавровишня. В шоке. В шоке, потому что еще качели такие с плюс 12 и на минус 12. Это что ж вообще такое? Конечно, ужас. Я успела за 2 дня до похолодания сделать эпином, пробежаться по саду. Вон накрыла немножечко. Боялась, что развалит мне просто снегом. Не хотелось трусить. Османтус варигатный. И я просто сверху накинула вот так, даже без всяких опор, каркасов. Даже не зафиксировала никаким образом. В один слой это агроволокно. Питоспорум. Здесь юбки. И вон многоплодничек стоит. Тоже тестируем его. Вон лавролистная калина, аукуба.
Все в условиях естественного выживания. Как-то на пинчике. И вот так вот прикрыла банан тоже по-быстрому. Клематис Арманди. Никак не укрыла. Оставила вот в естественных условиях. Вот. Здесь вот у него снизу тоже никак не укрыто. Снежком там чуть-чуть его прикидала. Ну, посмотрим. Ну, что ж, теперь все будем, что ли, мотать. Наша же задача подобрать тех экзотов, которые будут себя неплохо чувствовать в нашем климате. И тоже зимой хочется вот по саду пройтись, по саду, вот посмотреть хотя бы на сад, а не чтобы все вот так вот выглядело. Тоже красоты никакой. Поэтому будем подыскивать и подбирать то, что будет достойно себя чувствовать и в зимнем саду.